штампов поведенческих, учит людей жить. А кто учит людей жить? Мы сами себе создали набор, то, что мы называем звезды. Звезда Инстаграма. Что такое звезда Инстаграма? Это тетя с хорошей фигурой. Это в лучшем случае, я просто лучшие примеры привожу. Дядя с хорошей фигурой. Тетя с хорошим тортом. Там еще что такое, никак не звезда. Звезда, мне кажется, человек, положивший там часть жизни, часть здоровья своего, может быть, и всю жизнь, как правило, так и есть, на творчество лучшего, на декларацию идеалов, на искусство не может не нести педагогический элемент.